О новшествах в избирательном законодательстве шла речь и на встрече представителей облсберкома со студентами самарских вузов. Ее организаторы постарались развеять стереотипы, связанные с выборным процессом, поделились опытом создания в регионе молодежной участковой избирательной комиссии. Аудиторию также ознакомили с технологией работы комплексов обработки избирательных бюллетеней. В свою очередь, молодежь интересовали методика подсчета голосов избирателей, работа независимых наблюдателей, освещение предстоящих выборов в СМИ. Областной избирком намерен продолжать серию встреч с молодыми избирателями. Мы всегда говорим о том, что наши участковые комиссии всегда открыты для того, чтобы включить в состав представителей молодежи, для того, чтобы они могли изнутри посмотреть на эти процессы, убедиться в том, что все, что происходит на участках, оно соответствует тем требованиям законодательства, которые предусмотрены.